плетешь такие картинки или такие фигурки. Бисер можно использовать на кухне, чтобы смешать тесто. Бисер, а нужен, чтобы дома делать кучеряшки. Бисер используют для вышивания, чтобы картина была красивая. Бисер – это ванный домодержатель для полотенец. Бисер – это такой маленький миксер. Макраме – это что? Волосы себе так делать волночки, что себе волосы как бы уравнять. Макраме – это такие большие макароны, длинные-длинные. Макраме – это такое дерево, где живет на севере. Макраме – это такое и мокрое полотенце. Оно очень большое. Макраме – это мокрая одежда. Макраме – это такие макароны. Декупаж – это значит, что такой декор можно было в доме красиво было. Ну, делают, вот так крашут стены, может, такое. И еще, может быть, крашут скамейки. Декупаж означает, что можно плавать там, в море там. Декупаж – это когда сильно хочешь купаться. Декупаж – это такая большая площадь. Декупаж – это такое дерево. Декупаж растет в парках. Декупаж – это делаешь, когда большие покупки в супермаркете. Гончар красит скамейки, дома и мосты, и все такое. Гончар, он выступает. Гончар – это такой артист. Гончар всегда поливает в палки цветы. Гончар, он делает из глины разные чашечки, тарелочки, вазочки. Гончар палит предметы, которые не нужны. Гончары – это которые всегда собирают хлеб. Это такие птички. Шарф, надо иголки и нитки. Так завязываются углы, потом получается прядка, и потом еще. И получается уже шарф. Связать иголочка и такие штучки, чтобы зашить или завязать. Шарф делают из мягких бумажек. Чтобы связать шарф, нужно нитки. Еще нужно спицы и крючок. Только аккуратно об этом, чтобы ними не уколоться. Чтобы связать шарф, нужно нитки и веревки, и иголку. Чтобы связать шарф, нужны нитки, иголка и разнообразие. Чтобы связать шарф и шапку, нужны нитки. Еще нужно много иголок. Пайетки – это что? Такие гвоздики маленькие, то их аж не видно. Пайетки – это медали такие. Их надевают, когда чемпион победил. Пайетки нужны для картины. Можно украшать одежду. Пайетки используют для одежды. Делают из маленьких таких переливашек. Пайетки используют, когда что-то разукрашивают и посыпают пайетками. Пайетки делают из блесток. Пайетки – это поездки далеко, на большом поезде.